нельзя уничтожать книги. Чтение – это кайф. Я просто тащусь от Мольера. Мольера. Обожаю его пьесы. Чепуха. Чем еще заняться в пропавшей выходной? Говори за себя. Думаешь, я говорю за тебя? Я даже языка твоего не знаю. Вечером ты тоже наказана? Не знаю. Мама злится, отец вроде ничего. Стаби устраивает вечеринку. Его предки умотали в Европу. Оторвемся. Да? Да, пойдешь? Вряд ли. Почему? Я всегда поступаю наперекор маме, а отец меня поддерживает. Это бесконечная и нудная история. Каждой мелочи сразу развод. Надоело. А кого больше любишь? Что? Ну, отца, мамашу. Они оба чокнутые. А если бы пришлось выбирать? Даже не знаю. Я бы предпочла жить с братом. Водку. И когда ты пьешь водку? В любое время. Много? Тоннами. Наркотики. Не надо, Бендер, убери. Наркотики, марихуана. Стойте, стойте, подождите. Нужно пройти через буфет. Нет, через актовый зал. Ты что, спятил? Это ты спятил. Надоело тебя слушать. Мы пойдем здесь, а ты как хочешь. Нам конец. Нет. Нет. Только мне. О чем ты? Возвращайтесь в библиотеку. А это спрячь. Вот сукин сын.